Доброе утро, влог. 9:30 утра. Еду в Берлин. Я сейчас в поезде. И здесь шумит кондиционер предательски. На одном пути стоит два поезда. Один приехал с той стороны, один приехал с этой стороны. Что они будут дальше делать? Они так давно стоят и смотрят тут. Пока я жду отправления поезда, можно начать пробовать штуки, которые я купила с собой в дорогу. Например, кофе Starbucks. Мокко белый шоколад. Праздничная упаковка. Я хотела его как раз попробовать, потому что я обычно пробовала кофе в обычных стаканах. Но я не думаю, что он чем-то отличается особенно. Сбоку трубочка, через которую пить. Объем 220 миллилитров. В остальном все то же самое. Вкусный кофе. Поезд отправился, и пока у меня еще есть кофе, я хочу попробовать булочку Берлинер. Это фирменная немецкая булочка. Обычно Берлинер с наполнителем внутри — это либо шоколад, либо варенье. Какой попался мне, я не знаю. Сейчас будет сюрприз. Пончик, посыпанный сахаром сверху. Ашановский пончик с вареньем. Поэтому мне пришлось соорудить заслонку из подручных средств. Я продолжаю пробовать разные вкусные штуки. Я надеюсь, что они вкусные. И сейчас еще время завтрака, поэтому у меня есть два йогурта, которые я попробую. Первый йогурт с киви, второй стал йогурт. Йогурт с фруктом. Написано 150 граммов, и все. Сверху варенье. Этим оно отличается от всех предыдущих йогуртов, которые я пробовала уже в Германии, пока мы сейчас все это занимаем. Приятное варенье легкой консистенции. И такой же легкий йогурт. Все вместе вкусно и очень сладко. Здесь очень любят сахар, теснит йогуртами сладкого. Второй йогурт грейпфрут. 0,1% жира. И больше ничего тут не указано. Йогурт аус антрах пер милк мид. 18% фруктов. В йогурте уже плавают куски фруктов. Яркий, насыщенный вкус. Мне больше понравился с киви. Продолжу есть его. Сегодня Рождество, и самый рождественский фильм – это «Один дома». Я всегда мечтала именно в Рождество его посмотреть. В поезде ехать 5 часов, поэтому я решила долго не откладывать и сразу насладиться. Пять часов спустя, и вот я в Берлине. На
центральной станции, пойду сейчас в магазин выбирать себе йогурты на завтрашнее утро и на последнее утро в Германии.